Магнитогорцев приглашают на ярмарку-выставку «Семейные традиции». В ассортименте широкий выбор товаров от продуктов до ювелирных украшений. Где купить свежую рыбу и обзавестись пуховыми варежками на зиму? Расскажем далее. Для ужина в кругу семьи и щедрого застолья с гостями здесь угощение на любой вкус и кошелек. Это и специи из Узбекистана, и душистый чай, и восточные сладости. Да непростые, домашние и диетические. Сухофрукты в темном и белом шоколаде по традиционному рецепту, натуральный мармелад с орехами и специальные лакомства без добавления сахара. Есть у нас продукция диетическая для диабетиков, специально разработана Тульская область, Белевский район, деревня Давыдова. Это самый первый завод, который производит данный продукт для диабетиков. То есть это белевская пастила, без сахара, без муки. И также нормализует сахар в крови. И добавлена просто натуральная ягодка. Купила вот эти, вот, как он сказал, советские рафаэлки. Вкусно. Советую попробовать. На самом деле вкусно. Гурманов порадует свежая рыба с Камчатки. Улов приготовлен без заморозки, рассказывает продавец Наталья Устинова. В ассортименте свыше 30 сортов. Среди них чевыча, жирная, но низкокалорийная белорыбица, а также копченая и вяленая корюшка. Очень крупный улов был, поэтому она в основном идет с икрой, икриная. И мы еще иногда шутим, вам с какой икрой, да, то есть с черной, с красной. А вообще мы как бы большую рыбу все режем. Я угощаю, мы даем ее пробовать для того, чтобы... Если человек не пробовал и не может себе позволить даже купить, да, но хотя бы чтобы у меня попробовал, потому что в магазине-то этого нету. Те, кто интересуется ювелирными товарами, найдут на ярмарке украшения из серебра, а к зиме можно приобрести теплые варежки из овечьей, козьей или собачьей шерсти. Варежки овечьи, катанные, непродуваемые, очень теплые, без добавки акрила. А также посуда и прочие товары для дома, изобилие в духе семейных традиций. Ярмарка будет работать на первом этаже Дворца спорта имени Рамазана до 10 октября. За покупками ждут с 9 утра до 7 вечера. Елена Вишнякова, Мария Клименко, Егор Суханов. Информационная служба медиагруппы «Знак».